Ну что за купить? Смотри, какой мега объем. Нам тут пару веничков, да, с собой? Нормально? Это типа печенюшки. А? Печенюшки. Ну вот, чак-чак, готовим, смотри. Да-да-да. Чак-чак, ням-ням. Хрум-хрум. Ну, это обязательно надо взять. Так, что тут у нас еще вкусно салатиками пахнет? Что, музей будем брать? Здравствуйте. Сейчас мы какие-нибудь корейские салатики возьмем. А это новое название. Настоящий вот базар, да, просто с другой стороны это уже обновленный, короче. Ну что, вы счастливы? Конечно, вот все, что купили, немножечко. Ну это же не какая-то там, не знаю, там Таиланд какой-то, чтобы там какой-то эксклюзив. Вот. В принципе, яблоки те же там, ну все как у нас, так что нормально. Тем более время года такое. У вас там в России все на граммы, да? На граммы, на килограммы. А тут как? Тут у вас на глаз? По какой цене? 50. Ну, у нас порции. 650 плюс 200 плюс 300. Так, 1150. 1150? Да. Наташа, 600 плюс 300. Давай 150. Еще, пожалуйста. Да? Нету, да, 150. Нету. А, сейчас, подожди, что у меня на 200. Сколько? 60. Ничего себе, такой небольшой мешочек. Хотим вот пакеты взять, ну просто на компотик домой. Не хочет продавать по 150, говорит по 155. Я ему говорю, иначе 150 будет. Опа, вот. 4 пузырька. Все, спасибо. Да что, болтали, ну все. Да, по 150 добра деньги. Да, баран. Что за? Не холодец, да, баран? А какую цену? Это что такое страшное?